Всем привет, дорогие друзья, это у нас Gadget News. Nokia 8 может стать первым в мире смартфоном с Android O из коробки. Август у нас станет горячей порой для мобильных телефонов или для всей индустрии мобильных устройств в общем и откроет период новинок компания HMD Global с флагманским Nokia 8. Презентация смартфона запланирована на 16 августа, это уже в принципе совсем скоро, поэтому инсайдеры почти ежедневно делятся подробностями о гаджете. Согласно слухам, Nokia 8 получит 5,3-дюймовый 2K-дисплей, 8-ядерный процессор и двойную камеру. Между тем, новая утечка раскрыла информацию о предустановленной операционной системе девайса. Ранее ожидалось, что Nokia 8 будет работать на Android 7.0 Nougat. Однако скриншот Geekbench и свежий доклад утверждают, что гаджет станет первым в мире смартфоном на Android 8 из коробки. Некоторые пользователи также предполагают, что аппарат выйдет с предустановленной Android Nougat, но в числе первых обновится до Android O. Информация об ось не подтверждена ни в одном из официальных источников, поэтому к утечке следует отнестись скептически. Уже через 2 недели, 16 августа, HMD Global покажет смартфон официально, поэтому ждать новинку осталось недолго. Самый лучший способ заработать в интернете – это используя кэшбэк-сервис. Так что переходи по ссылочке в описании и начинай зарабатывать на покупках или экономить на них.